Мы ехали на оккупированные районы, которые по всем нормам международного права, значит, районы, это территория Азербайджанской республики, незаконно оккупированная армянскими вооруженными формированиями при поддержке российского ельцинского режима в начале 90-х годов. Из оккупированных районов Азербайджана должны выйти армянские войска. Безусловно, туда должны вернуться примерно миллион азербайджанцев. И после этого Баку готов обсуждать статус Нагорного Карабаха при условии возвращения в Нагорных Карабах азербайджанских беженцев. Моя позиция всегда была неизменной. Я считаю, что также армяне должны вернуться на территорию Азербайджана, где они жили столетиями. А азербайджанцы на территории Армении, 400 тысяч с лишним азербайджанцев были изгнаны с территории Армении. Это была трагедия для всех людей. Поэтому я поехал туда, для того, чтобы сказать, что война это плохое решение всех этих вопросов. Плохое для азербайджанского народа, для армянского народа. Я считаю, что эти районы должны быть освобождены без предварительной торговли. Я могу сказать, что Серж Сарксян, плохой он или хороший, он договорился об освобождении этих пяти районов с Ильхамом Алиевым. Это привело бы к разрядке напряженности, к возвращению Армении в экономическую систему Закавказья, энергетическую, газовую торговую там и так далее постепенно. Вот Саркисяна сняли Саркисяна, да? Пашинян пришел. Опять эскалация насилия, эскалация войны. Я против политики Пашиняна современной. Я считаю, что надо продолжить политику по освобождению оккупированных территорий Азербайджана. Надо продолжить мирный процесс. Я уверен, что все разумные армяне, разумные жители Армении, которые не ослеплены мифами национализма, поддержит меня в этом решении. Я призываю два народа, древних народа, азербайджанский и армянский, к реально мирному диалогу. Но если этот диалог будет срываться силами войны, которые сорвали, в частности, мирные договоренности между Сарксианом и Ильхамом Алиевым, переворотом в Армении, то тогда как бы к войне готовы там все. Я убедился в этом, побывав на позиции азербайджанских войск. Они готовы сражаться за свою родину. Для того, чтобы эти люди считают, что их родина оккупирована. И давайте сделаем так, что за станет территорией мира, а не территорией бесконечной манипуляции великими державами жизни армянского, азербайджанского и грузинского, абхазского и осетинского народов. Это единственная позиция, которой я придерживаюсь и буду придерживаться. Поэтому те, кто меня оскорбляет, пусть Бог вам будет судья, с какой бы стороны вы ни были. Разумные армяне уверен меня понимают.